защиты. Повторяю, включена автоматическая система защиты. Так, не знаю, слышно ли меня сейчас, потому что что-то вообще какая-то хрень происходит. То видео не хочет работать, а то почему-то звук не записывается. Это идет. Зона свободна. Двери открыты. Я нашел С4. Я отметила места, где ты должен установить заряды. Начиная с подводного лифта, затем комната управления на мостике, мост к научному модулю и комната перед воротами к посадочной площадке. Встретимся там, когда закончу. Так. Значит, мост, да? Значит, мост. И значит... Два уебана. Блять! А, черт. Иди ты нахуй. Сука. Блять. На нахуй. Тварь тут. Так. Сейчас нет. Непривычно. Там, короче, надо жать Е, долбить, когда не хватает. А потом на кнопку огонь нажимать. И будет добивание. Так, сначала первый заряд на обозначенной точке в подводном тоннеле. Подводный тоннель. Наверное, это здесь. Да. Подводный туннель. Так, подводные тоннели. Сохраняем. Да. Окей. Так. Прекрасно. Заперто. Значит, нам надо установить заряд. А и бежать. Типа так вот. Нахуй. Так.
Теперь мне надо заложить второй заряд на обозначенной точке в научном модуле. Научный модуль. Так, я еще. Так. Научный модуль. Склад боеприпасов нет, значит мне наверх. Лаборатория. Сюда. Да, сюда. Сохраняем. Да. Окей. Так. Ага. И уебываем нахуй отсюда. Так. На обозначенной точке в коридоре ведущей вертолетной площадки. Коридор вертолетной площадки. Эта чертова дверь застряла! Боеприпасы. Так, боеприпасы есть. Теперь жизни. Жизни есть. Теперь нам нужно заложить взрывчатку. Что за... Так. Надо же. Ты тут хуила. Так, ну, этих хуил двое. Так, ну, во-первых, иди вон туда. Во-вторых, так. И туда. Да, вот так. Блять. Хуило. Так. Вс.
Все, я их всех прибил. Да? Все, все круто. Так, сходим посмотрим, есть там заряды. А вверху для гранатомета. Ничего. Черт. Ноль снарядов, это не круто. Это вообще как бы ни о чем. Заперто. Вау. Так. А щетки надо наверх. Открыть. Странно, мне казалось, оно открыто должно было быть. Я же ее открывал. Открыто. Игра, в принципе, мне она нравится, сделана хорошо. Да? Да, наверное, да. Не, ну в то время, какой 2004 год, мне кажется, это очень неплохо. Так. И на всякий случай. Вроде бы как справилась. Сохраняем. И так, я вижу, но хотелось бы сначала найти что-то типа аптечек, типа что-то такого вот. Давайте что-нибудь поищем.
Да, вот есть аптечка. Все, можно идти закладывать снаряд. Так. Съебаем нахуй. Задание выполнено. Я нахожусь в проходе между платформами. На соседней платформе есть вертолет. Когда я отсюда уплывал, его чинили. Если он исправен, мы можем улететь. Научилась водить вертолет? Надо же было чем-то себя занять. Прекрасно. Я к тебе. Ага. Получил, блин. Так, а теперь двух собак надо замесить. Так, одна готова. Так, вторая тоже готова. Взрывчатка. Надо взять патроны на дробач. Вот и аптечка. Взлетная площадка. Убейте Гамского. Блять. Сейчас будет веселуха. Анна! Том! Осталось еще пара зарядов! А
Куда это ты направляешься с моей дочерью? Папа! Я прикрою тебя. Делай, что должна. Свалить, Павла. Да что с тобой не так-то? Осталось еще пара зарядов. Ой-ой-ой. Мне лучше начать обыскивать трупы. Анна! Да. Беги вертолет, я задержу его. Делаю все, что могу. Он практически неуязвим. Нужно подобраться поближе. Блять. Да. Да, мы это сделали, да. Браво. Молодцы. Быстрее залезай. Заевали ебалище твое. Убирайся отсюда. Все хорошо. Дай я. Папа, прости меня. Прощай. Аривидерчи, папашка там. Тащи хуяшку. А теперь музон. Your fist and not your mouth. This is a black collar song.
Your fist and not your mouth. This is a black shot of soul.